Приветствую всех на моем канале, с вами Игорь, это игра Варобот на платформе Steam. И сегодня я хочу свой обзор посвятить роботу Титану Змей Муромец. И как раз я на него установил все, что связано с логотипом Змей. Змей Булава, Змей Кристен, то есть две булавы и Змей Кристен. Из модуля я установил два каннибал реактора для того, чтобы усиливать урон. По титанам один антиметр реактор для того, чтобы усиливать урон по роботам, и один защитный поставил. Все-таки думал, робота надо немножко защищать, потому что живучесть этого робота иногда может быть залогом победы команды. Какими обладает способностями этот робот? Давайте почитаем. Титан ограниченной серии на 10% больше прочности. Ведущий инженер SpaceTech Даниил Максимов, автор старых добрых Наташа и Витяс, представляет вам свое окончательное творение Муромец. Этот титан способен обрушить на ваших врагов град ракет. Он также может отключить способности роботов с помощью своей электромагнитной пушки. Hard Rain. Титан взлетает и активирует свои встроенные ракетные установки и систему Stealth. Ракетные установки автоматически стреляют по противнику на расстоянии. То есть робот взлетает, дополнительно стреляет встроенным оружием, и еще он становится невидимый. Продолжается это все 8 секунд, перезаряжается способность 22 секунды, дальность 500 метров, урон от ракет 1300. EMP Blast. Титан применяет EMP на врага, а также к другим вражеским роботам в радиусе действия способности. EMP блокирует активацию способности противника и его активного модуля. Что это значит? Значит, робот взлетает, дает такой импульс по роботу по выбранной цели на 500 метров. И в радиусе 100 метров у всех отключаются способности и активные модули. Эта способность отдельно качается, зависит от того, как вы выкачаете, сколько времени не смогут роботы ничего предпринять в ответ, например, если нужно активировать способность или взлететь. Там, по-моему, у меня базовая пока 3 секунды дается. Перезарядка этой способности 18 секунд, ну, 500 метров это расстояние, на котором я могу применить эту способность, и 100 метров это радиус, в пределах которого роботы, на которых будут воздействовать, от цели, по которой я стреляю, будут воздействоваться, получат такой же эффект. Значит, как видите, 28%, сейчас мы посмотрим, что это такое, 28, про 38 км скорость, 358-600 это хп робота. Давайте посмотрим. Ага, снижение защиты, вот 28%. Вот, то есть, прокачивая это, ракеты будут, я так понял, лучше пробивать титанов высокого уровня. То есть, они будут меньше реагировать на снижение защиты. Плюс робота самого можно качать, как и во всех титанов. Прочность, очки защиты. Здесь качается дополнительный урон, я так понял, от ракет и снижение защиты. То есть, будет лучше пробивать бронированных личей, там всяких фенриров под способностью. Скорость можно увеличить и длительность эффекта вот этого EMP Blast. Как, я так понял, что, наверное, его можно раза в два увеличить до 6 секунд. То есть, чем дольше этот эффект, тем дольше, особенно очень круто выключать всяким хоком способности и добивать их этими пушками, всяким там роботам, которые типа Цербероса, Тифона, которые стреляют, обездвиживая, то есть, в принципе, попасть по роботу они не смогут, если у них не будет антиинвиза. Но мне так кажется, что скоро очень многие будут ставить антиинвиз, потому что очень много роботов сейчас таких, Орочи, вот этот Муромец, которые под инвизом бегают и создают неприятности. Но в то же время тоже у людей стоять будет выбор, что лучше. У меня, например, покажу сейчас, какая ситуация. Я сделал анти-инвиз на этого Хока. И он у меня, как если я вижу Орочи или много роботов с глазиками, вывожу его и этим роботом их всех со способностью убиваю. На Равану я решил поставить вот такой вот уход в астрал, усилить способности. Здесь и пилот легендарный, и так 3 способности. И астрал еще можно практически 2 раза. Способность у пилота есть 50% хп. То есть, если кто-то конкретно подсел на мою Равану и стреляет по ней, то можно 5 раз уйти в астрал непрерывно. Так что получается 3 способности. Я один раз ухожу, 50% хп сняли, получается 5 раз. То есть, вот такая вот, мне кажется, для Раваны это must-have должно быть. По дронам. Вот, дроны у меня все золотые. Единственное, я поснимал здесь золотые чипы. Почему? Потому что вот здесь стояли вот такие чипы. Они срабатывают только
когда нажимаешь ремонт. Но так как я здесь поставил глаз роботу, то нужно, чтобы срабатывал урон при любом нажатии, при любой способности. Вот, вот такой вот чип, он именно при любой срабатывает. Здесь убрал, у меня нету больше ни фиолетовых, есть только то же самое синий. Ну, может быть, я эти когда-то докачаю, и у меня будут тоже золотые. Пока я не вижу никаких хороших акций. Вот именно были отличные акции на этих дронах. Там они, ну, я сравнивал с платформой Android. Ну, просто получается, вот это все дешевле, чем купить одного дрона в Android. То есть, очень даже неплохие тут предложения на Steam. Рекомендую. Steam сейчас очень такой доступный по прокачке и по приобретениям. Вот смотрите, какие сейчас. Ну, это уже у меня осталось все самое дорогое, да, все самое. Ну, вот эти я. У меня пока очень много этих энергоблоков, поэтому я не это. Вот видите, какие цены. В принципе, ну тут все в долларах, потому что Steam международная платформа. Ну да, все самое хорошее я уже тут взял. Оставилось все самое дорогое. Так. Ну вот, в принципе, как видите, смог получить змея Муромца с такими ракетами. А теперь давайте ближе к делу. Посмотрим, как этот робот себя ведет в бою. Активируем все, что у нас есть. И пойдемте полчасика повоюем. Быстрый бой. Смотрим сейчас, какая карта. Так, гонка за маяками. Ну, наверное, лучше блица взять, потому что можно быстрее маяки занять на нем. Так, куда бежать на нем лучше? На центр. Нет, лучше пойду я маяк наш займу, респовый. Потом побегу на тот боковой. А потом уже на центр пойду. Когда там противники скучкуются, у меня близ будет отлично их. Так, это я боялся, что вдруг дальник выйдет. Так, маяк я этот занял. Далее, видите, 19%. Я использую, если вы смотрели мое предыдущее видео, Мантис. Корабль Мантис. Меня разрывает. Что-то команда вообще наша ничего не делает. Я что, один воюю? Ну, это тоже не дело. Я не могу один за всех бегать. Вот они вдвоем разобрали моего неплохого робота, в принципе. Раз, мы тебя сейчас морозим. И тебя, да? Сейчас у меня зарядится. И тебя заморозим. И тебя. Так. Сейчас мы подлечим. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, я дам импульс. Вот когда сделают разработчики уже... голосовую связь, чтобы я мог сказать своему союзнику, иди, например, ко мне, я импульс дам. Игра уже кроссплатформе нас поддерживает, но никак не придумают голосовую связь сюда встроить. Так, что-то мы как-то сливаемся просто по маякам, и все. Она меня с какими-то мощными этими закидывает уже. Хотя робот у меня с 6-7 уровня всего.
Да, я тут отбиваюсь как могу. Так, меня разобрали. Мы сейчас тут посмотрим, что сможет этот титан, да? Надо прятаться. Очень хорошо, если бы у меня медуза болечила. О, сейчас я взлетаю и начинаю орудовать по этому роботу. О, смотрите, как он его потихонечку плавит. Включает его способности, он не может уйти из-под огня. Ой, я только его зарядил. Так, я тут как бы неплохо, да, отбиваюсь, но я один ничего не могу сделать. Если все остальные ничего не буду делать. Вообще могу один за всю команду воевать, ну. Так, титан, конечно, себя очень неплохо показывает. Тактическое имеет преимущество, но... Все, мы проиграли. Даже роботов не успел толком своих поводить. Сейчас посмотрим статистику. Бахтута не играл. Так, я тут второй, три маяка занял, три килла сделал. Да нет, все вроде играли, но как-то по маякам... Ну, никто маяки не захватывал, только я еще один человек. Все, всем остальным маяки не нужны просто. Тут уже команда. Тут ничего не скажешь. Тут и подбор, наверное, нормальный. Да, и подбор нормальный, тут уже претензий к разработчику нету, тут вот люди просто стояли и, наверное, стреляли. Куда они стреляли? Нельзя посмотреть профиль. Так, ну давайте глянем, там ничего я не насобирал. О, что-то можно собрать. Так, давайте еще раз вводим бой. Да, мне так понравился этим титаном воевать. Превосходство, то же самое, надо маяки захватывать. Так, этим я сейчас побежал, наверное, на центр. Здесь команда додумается боковые позанимать. Меня так спереди кинуло, мне лучше всего на центр сейчас бежать. А кто там додумается? Ну, сейчас посмотрим. О, туда пошли и туда пошли. Не, тут уже получше. Так, по-моему, тут уже где-то орочи орудуют. Бля. Так, ну тут надо Фенриром идти на центр. Так, там вроде двое наших воюют, я на центр пошел. Так, этот маяк, до него еще дойти надо. Надо на центр идти. Они все кучкуются на том своем маяке слева от нас. Так, вот тут орочи там сумасшедшие носятся. Надо пробовать... Ага, это сейчас меня начнут разбирать. Вот так вот бежит.
смотри, здесь зайдем. Так, надо уходить, 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 пока меня тут... Так, надо вот в такой вот виде... Ой-ой-ой. Лявок стреляют. Надо... Надо их не пускать сюда. Опля, все, меня разобрали. Так, надо их тут дальником сейчас. Они пытаются к нашему маяку подлезть. Центральному. Хотят его сделать своим. Не, ну правильно, конечно. Пытаются. Там и смысл игры. Опля, хорошо, ему так навалял. Сейчас, опа, у тебя нет пилота, да, который... Так, маяк занимают. Опля, меня пытаются разобрать. Прям по мне стреляют, а? И сейчас мои пушки заряжаются, и все, и плюс благодаря супрессии. Так, иди сюда, Скорпик, не спеши, не спеши, иди сюда, вот. Не спеши уходить, сейчас мы тебя лечим. Опа, получите щиты, ребята. Ну что, три маяка мы так и контролим. Опля. Идут на маяк туда. Что делать? Так, щит, 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 щит. Мы его отбили наконец-то, да? Ну, я думаю, там титаны разберутся. Надо этот маяк держать. О, наши уже на тот маяк подходят. Они поперлись на наш респавый. Там два титана, я думаю, они сейчас их разберут. И займут маяк. Сейчас я выстреляю все, и я взлечу. Я тебе еще покажу, на что я способен. Надо бить этого титана, отбивать ему все, что можно. Щиты. Угу. Пусть он постреляет, сейчас у него снаряды закончатся. Не. О, теперь мы берем. О, гляньте, как он тает просто на глазах. Отлично. Так, это вообще не прокачанный даже титан. Ну и лига у меня, конечно, не чемпионская, но тем не менее. Так. Надо прятаться.
Да, недостаток этого оружия, только оно медленно перезаряжается. Так, там пошли наши. Была бы медуза, которая бы меня подлечила, да? Так, Хука на взлете уничтожил. Ау, все. Меня убили. Так, у меня почти заряженная способность. А, все равно мы победили. Мы сразу... Да, неплохо так Муромец я показал. Как сдерживающая машина. Допустим, я не в топе, но мне кажется, так быть всегда на передовой. И догонять всех. Да, если ему выкачать пушечки, будет нехилый такой робот. Соберем все, что тут можно собрать. Потихонечку. Вот это надо в Титана садиться, проходить задание. Это вы же знаете, можно сейчас получить Скорпиона. Вот. Причем крутого робота с крутыми пушками. Вот эти Хавоки собрать. А Скатер уже можно, в принципе, довольно быстро построить в мастерской. И получится у вас полная сборка крутого техноскорпиона с 10% хп. Фактически это щедрость от разработчика бесплатно. Если хотите пилота, да, надо задонатить. Но самого робота уже получите и с красивыми пушками можно абсолютно бесплатно. Просто играя в игру. Ну, давайте, что тут плюс один у нас показывает. Ничего не поменялось. Абсолютно ничего не поменялось. Нового ничего не добавилось. Это сколько? 5 миллионов за 2 доллара предлагают. Они. Да, пойдемте. Допустим, 2 доллара в США и 2 доллара в странах бывшего СССР. Это разные вещи. Побегу на респу. Но... Либо фланговый респовый маяк занять его надо. Бля, я уже там кого-то взорвал даже. Наложил эффект. Бегу. Ух ты, там прорыв идет по флангу. Так, сейчас он выйдет из инвиза, ему сразу... А, все, ему хана. Ничего он не добился. На ему. Команда молодцы, заняли центральный фланг. Центральный маяк. И не пускают их на наши фланги. Не
Сейчас попробую отнять у них респовый маячок. Маяк покрасил. Отлично. Того взорвем. Я отдаю маяк, но хочу спасти такого робота. Хорошо. Он у меня один. И, как видите, он очень неплохо. Ему устроил там взбучку. Я ему устроил весьма неплохую взбучку. Сейчас у меня зарядится способность. Ух, он лечится. А как у него щит такой идет? Это что, щит какой-то? Щит же у него, по-моему, лечится, только когда он... Только когда он не под способностью. Это свои. Я думал, уже скорпик сзади телепортанулся мне. О, сейчас мне добавят прочности. Не успела моя способность сработать. Так, а что тут творится? А тут вот что-то нехорошее происходит. Бля, так, я кое-кого тут разбил. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо их способности блокировать. Сейчас меня разберут. Всё. Это шхунка за маяками. Я не учу, думал, это... Ладно, сейчас мы тебе покажем, где раки зимуют. И теперь мы тебе... Опа, команда молодец. Отстояло все, что можно. Вот так. О, друзья, 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 идите сюда ко мне. Опа, получайте щиты. Так, идите сюда, сейчас еще дам щиты. Идите сюда, куда вы пошли? Щиты дам. Все на маяк идут. Противник уже, мне кажется, все, в каюку. Надо их догнать сейчас туда, к ним.
вот здесь упасть впереди титана и дать щит. Вот так вот, все, как раз я их всех накрыл. Отлично. Вот это был разгром. Да, на Хоке падать сверху на своих союзников и так их нести им защиту. О, гляньте сколько. Отсюда лечение было, наверное, от этих щитов уже идет статистику тоже. То, что я своими кораблями даю. 3 кило, 7. Ой, 3 маяка, 7 килов. У них один не играл, правда, да. У них один не играл. Ну что, тоже пожалуемся. Подвел свою команду. В этом плане они немножко более беззащитны, да. Хотя вот с мастерами играл. Хотя я сам еще эксперт. Эксперт. Так, до чего мы тут дошли? Где тут у нас четвертый уровень? Ага, вот здесь. И здесь я получу и прокачаю этот корабль, ну, которым я, наверное, пользоваться не буду. Мантис мне больше нравится. Угу. Так, давайте еще боек. Как раз на один боек осталось. Гонка за маяками. Берем блица. Я пошел на тот маяк боковой. На дальний. Потому что его занять сложнее всего. Так, подразбили, но я сейчас буду отлечиваться. Сейчас дождусь. А, у меня сам собой отличится блиц. Так, все, будем ждать следующая способа. Сильно побили меня. Так, так, так. Вылазить пока нельзя. Ой-ой-ой, там наш маяк отжимают. Надо помочь союзнику. Так, и пытаемся занять маячок. Он по мне попасть не может, просто навестись. Елки-палки. Так, сейчас надо, наверное, здесь появляться Фенриром, бо они все идут на этот маяк. И сливать этого Шива. У меня есть, кстати, возможность дать заряд. Ну, вот бы Шила бы своего подлечить, если бы он сюда подошел бы ненадолго, да? Джиакупино. Так вот. Его разбирать пока не поздно. Сейчас он меня кукнет, но я ему побил хорошо. Так. О, отличное место как раз для титана.
О, на Титана приземлился, отлично. О, даже не успел толком повоевать на Титане. Ну вот, по урону я второй. Маяк один, но все заняли по маяку. Поэтому очень хорошая картина была по маякам. Эксперт третьего уровня, эксперт третьего уровня. Эксперт первого, бриллиант. Эксперт третьего. Ну вот подбор сейчас довольно такой нормальный. Благодаря на этой системе жалоб, наверное, все-таки стал лучший подбор. Теперь те, кто сливаются, их быстро вычисляют, наверное, какие-то меры к ним принимаются, скорее всего. Вот такой, значит, этот робот. Змей-муровец с оружием. Змей-булава, змей-кристин. Если понравилось это видео, прошу поставить лайк, поддержать мой канал. Пишите комментарии, если есть какие-то замечания или пожелания. И до скорых встреч, до свидания!